на 4-м километре автодороги Сыктывкар-Ухта в объезд города Сыктывкара. По предварительным данным, водитель автомашины ВАЗ-21-12, двигаясь со стороны города Сыктывкара в направлении города Кирова, совершал обгон автомашины МАЗ. В результате произошло столкновение с автомашиной Opel Astra, которая двигалась со стороны города Кирова в направлении города Сыктывкара. В результате дорожного происшествия 3 человека, которые находились в автомашине ВАЗ-21-12, погибли. Также погиб водитель автомашины Opel Astra. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства дорожного происшествия выясняются. Как это здесь делать?